тоже у нас есть. Мальчиков, и вот он сейчас, смотрите, пытается атаковать Романа Говор. Пытается атаковать Романа, но пока Роман сохраняет свою первую позицию. Масиков Алексей, я так понимаю, синий автомобиль. Да, это автомобиль под номером 6. Прошел Романа Говор. Но вот сейчас Роман пытается атаковать своего соперника. Заходит немножко шире. И рядом с ними Константин Лемчинский. Вот три гонщика, которые едут очень плотно, претендуя на первое, второе и третье место. Константин Лемчинский занял более выгодную позицию и тем самым переместился уже на вторую позицию. Ну, немножко объехал от них Масиков Алексей. Алексей Масиков лидирует с небольшим отрывом от своих соперников, а борьба за вторую позицию между Константином Лемчинским и Романом Говор продолжается. Архипов Роман. Вот так. А это был финиш. Дорогие друзья, отпусти, еще раз повторюсь, пролетают. Ну и у нас и финиширует номер 14 Зайцев.